Всем привет! С вами Алексей Молчанов, и мы продолжаем киноверсиаду «Мой Жюль Верн». Сегодня у нас будут 7, 8 и 9 вопросы. Поехали! Он понимает, что вы ему говорите? Мы сейчас выясним. Están buscando un hombre. Что? Друзья, он спросил, вы ищете человека? Sí. Están buscando a lo largo esta línea que sigue del sol poniente al sol ascendente. Mon Dieu! Он даже понял, что такое параллель. Он сказал, что вы ищете этого человека вдоль линии, которая идет от заходящего солнца к восходящему. El Dios entregó a las olas del mar el secreto del hombre. Sí, el Dios. Sea así que se cumpla su voluntad. Marcharemos al este si será necesario, llegaremos hacia el sol. Он говорит, что мы будем идти на восток, если понадобится. Главные герои ищут пропавшего капитана Гранта и в данный момент находятся в Южной Америке. Их проводник, коренной житель Патагонии, говорит им, что они так могут идти, и если понадобится, то до какого предела в его понимании? До края земли тут близко, да, но... До края материка, может быть? Что? Материка? Не, ну не интересно. Вариант до горизонта. До горизонта, вот это уже совсем до близко. До края моря? До края моря, ну это, наверное, не так близко, но хотя тоже близко. За все наше плавание, капитан Немо, мы ни разу не видели цвета вашего флага. А вы считаете, что настало время? Да. Поднять флаг. Приготовиться к бою. Есть, приготовиться к бою. Смотрите, профессор, черный цвет флага. Я же говорил, что Немо... Нет. Это знамя восставших сипаев. Вы совершенно правы, профессор. Профессор, спуститесь в каюту. Неужели вы собираетесь напасть? Да. Но там же люди, капитан. Я знаю это. Ваша цель — добро и справедливость. Во имя добра я уничтожу зло. Как только наступят сумерки, корабль будет атакован. Вначале я уведу его отсюда. Зачем? Действительно, зачем капитану Немо потребовалось уводить корабль от берега, прежде чем атаковать его? С тактической точки зрения. Последние новости. Фок покинул Бомбей, опережая график. Полиция преследует его по пятам. Бурханпур, Колби. Что случилось? Мои часы отстают на 5 часов. Судя по ним, сейчас 3 утра. У вас выставлено лондонское время. Перемещаясь на восток вокруг земного шара, мы как бы догоняем солнце. Вам следует выставить местное время. Нет. Трогать эти часы ни за что. Они принадлежали моему прадедушке. Тогда они не соответствуют солнцу. Герои находятся в другом часовом поясе, и Паспарту наотрез отказывается переводить часы, которые ему достались от прадедушки. Фок говорит тогда, значит, эти часы не соответствуют солнцу. А Паспарту ему на это что отвечает? Что это значит с его точки зрения? Что рано или поздно он меняется, они снова будут соответствовать? Не, ну должен наоборот объехать. Не, ну вот в конкретный момент времени. Вот что это значит тогда? Ваши версии могут быть абсолютно любыми. Я буду рад всему, что вы напишете. Ну а за правильные ответы я вам еще и баллы засчитаю. Всем успехов и до встречи в следующих раундах.